Всем привет! Сегодня 6 сентября. Приехал на участок. Докопаю, наверное, сегодня. То есть нам погода не дала докопать. Уже сколько? Три дня. Три дня дожди были. То есть там дождь идет часа два, потом моросит, потом перестанет, высохнет все. И вот так вот три дня было. Вот вчера погода постояла. Маленько обдуло, как бы. Вчера на работе был еще в день. Вот сегодня приехал один, докопаю, наверное. Жена с сыном дома. Вот. Рядок прошел. Земля, вон она обдувается прям. Нормально вроде. Но думал, вообще сыро будет. А так нормально. Копалка идет вроде. Под конец ряда. Крапивой корнями маленько забивается. То есть ряд выкопал. Получилось 4 ведра крупной. То есть вот она крупная. Сухая гниль попадается. Ага, вот. Вот такая вот сухая гниль попадается. Тоже в мелкую ее. Мелкую вот такую кидаю. То есть вот она сухая гниль, вот такая сильно корявая. То есть вот 2,5 ведра мелкой получилось и 4 крупной. Картошка хорошая все равно в этом году. Вон она красная какая-то. Тут до сюда получается я садил вот этот все. Это гала была. Гала хорошая, прям вообще картошка. А здесь... Ну, все подряд там какая была, и красная, и желтая, и желтая, желтая внутри желтая, и желтая белая внутри, не знаю даже сорта. А тут и красная, и желтая, там вот в конце еще красная новая. Я семена брал, то есть от семян много чего зависит, видать, что картошка больная, не больная, земля вроде одна и та же вся, как бы удобрена. Сейчас вот не знаю, получится, не получится. Сниму с трактора, попробую. Снимаю без монтажа. Как бы стараюсь. Не знаю, получится, не получится. Повышенные стоят. Копаю. Да, рукой неудобно, получится, не получится. Сейчас посмотрим. То есть у меня гидроусилителя нету, ничего. Так, что? То есть повышенный и замедленно. Вон, плавающий. Все, и поехали. То есть ряды сложно ловить, как бы чуть лево-право вильну.
Чуть телефон не было. То есть вот так вот забивается под конец. Одной рукой очень сложно. Гидравлика у меня нету. То есть вот так вот забивается под конец. Это корни крапивы. То есть вот это волосня. Это крапива. Ну, крапива раз растет, значит земля хорошая. Удобрено все. То есть вот она набивает вот так вот. Нож не забивает. Вот это вот место забивает. У меня подрезной стоит, но его надо маленько сместить все равно. То есть и вот тут вот маленько нагребает под конец. А так вот она картошка. То есть вот она вот так вот на одну сторону у меня почему-то нагребает. Это, видать, подзабилась. Картошка вот она там внизу вся. Конец подзабилось, а тут где еще, видать, это тут где-то корни крапивы попались, а тут нормально, вот она, вот картошка. То есть вот в этом бугорке тут еще, видать, может, не попал по ряду. Одной рукой неудобно телефон держать, рулить, как бы. Вот как-то так. То есть вот картошка нормальная тут вроде. То есть вот этот вот прохожу ногами, когда собираю, все равно смотрю. Вот она тут получается, картошка выкидывает маленько. Вот она. С этой стороны выкидывает, посередине идет и с краю она, вот она идет. То есть ногами вот так вот все равно прохожу. Ну вот. Вьюн, блядь, появился он нафиг. Нахер он тут не нужен. Вот это вообще страшная штука, нафиг, надо как-то избавляться от нее. То есть за борт ее нахуй. Тут вот в конце плохая вообще картошка, тут нету толком ничего. Тут опилки надо будет сюда перегноя завести будет. А так вот, сейчас буду собирать. Ладно, больше не буду, наверное, снимать. Некогда, надо картошку убрать. Тут еще 10 рядов осталось. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья и удачи.